Всем привет! Сегодня мы решили попробовать консервированных личинок. Вот они. В Корее их едят, очень любят. Они полезны, содержат очень много белка. Да, и вот дети очень сильно просили меня, захотели попробовать. Я, в принципе, жареных уже пробовала. Вот теперь настал черед консервированных. Да, так, давайте открываем. Интересно, это будет гадость или как? Ну, сейчас как раз узнаем. О, на вид не очень, да? Вот на вид, посмотрите. С жидкостью. Там такой жидкостью. Знаете, запах. Да. Может, тарелочки, может, возьмем или как? Давайте это, пробуйте. Вообще, а пахнет, по-моему, орехами, да? Арахисом или чем-то? Да. Что-то напоминает запах. Да. Да? Так, давайте. А я думала, что гадости. Вытащим их на тарелочку. Вот так вот. Несколько штучек. О, боже мой. Это выглядит неаппетитно, это явно, да? Явно, что это гадость. Вот. Да, ну это прям похоже на личинки, да? Так, ну здесь сразу давайте. Говорю, если вы корейцы, то тогда пробуйте. Да. Если не корейцы. Ну, корейцы, наверное, все уже попробовали. Уже. Вот они вот так вот выглядят. О, боже мой. Да. Давай, вот пробуй. Это гадость. Ну ты попробуй сначала, ты же не знаешь, может это вкусно. Жидкость даже выделяется оттуда. Ну, на вкус они такие же, как жареные были, кажется. На что похож, дети? Ты же не пробовал. Что напоминает? Отдаленно что-то напоминает орехи, что ли. По запаху, да. Как будто орешки, но они такие внутри жидковатые. А как это кушаешь? Как будто грецкий орех. Как будто грецкий орех, да. Баурбек у нас впечатлительный только от вида этих личинок его вырвало. Мы, вроде, с Нариманом едим. Нормально. Показать тебе их еще? Нет, лучше не надо. Ну, в общем, если будете в Южной Корее, то... Обязательно попробуйте. Говорю так. Сразу, не пробуйте. Это гадость. Пробуйте только с 8 лет. С 7 лет не пробуйте. С 7 лет не пробуйте, да, только с 8 лет. Ну, в общем, вот так вот. Все. Всем пока. Пока. До свидос.